Всем здравствуйте, с вами Евгений Дуйнов. Сегодня 31 мая 2018 года, и у нас очередной ролик с новостями компании SovElMash. Сегодня была завершена юстировка линейки для испытания мотор-колес, которую вы можете наблюдать на экране. Сама линейка состоит из нагрузочной машины MacTroll, позволяющей грузить двигатели моментом до 200 ньютон-метров, тензометрической муфты непосредственно для измерения вращающего момента, промвала для того, чтобы разгрузить тензометрическую муфту от боковых нагрузок, и на конце промвала установлен шкив. Также между элементами линейки находятся соединительные муфты, которые будут выбирать на себя различные люфты и вибрации. Все элементы данной линейки были отъюстированы. Между ними были устранены несоосности различные при помощи соответствующего прибора фирмы SKF, который вы видели в предыдущих роликах. Также была собрана система крепления мотор-колес, в данном случае мотор-колес 318 габарита, которая учитывает рычаг, передающий вращающий момент. Как у нас момент передается не через дропауты, а при помощи вот этого рычага, который закреплен на стенде. Также был изготовлен и смонтирован натяжитель ремня. Осталось теперь провести систему охлаждения к нагрузочной машине, и можно будет приступать уже к испытаниям мотор-колес как 318, так и 186 габарита. Так что ждите следующих видеороликов. До встречи!